Сзади меня ресепшн. Посмотрели QR-коды. Посмотрели ПЦР-тест. И теперь ждем автобуса, пока нас довезут. Вот туда вниз, до Мрии. Вот она и Мрия. Ну что, движение пошло. Мы потихонечку начинаем трогаться. Едем к самому санаторию. Ну что, мы внутри. Вот такой вот большой ресепшн. Сейчас пойдем делать ПЦР-тесты. Ну что, в первые впечатления самые основные. Вот такой вот у нас номер. Красота, конечно, обалденная. Вид у нас... Как это называется? Винный, она сказала. Ну, короче, там вино дегустируют. Виноградники. Винный парк, по-моему. Вот так вот выглядит номерок. Освещение из-под потолка. Здесь шкафчик, сейф, тапочки, теплая одеялка. Санузел. Так, а света нигде. Четыре пока. Ага. Санузел. Вот такой вот. Ну, это я, любимый. Всем привет. Офигеть. Душевая кабинка. На ровных полах. Ну, короче, ребята, кайфово все это. Посмотрим по процедурам. Да в столовую надо сейчас сходить. Все посмотрим. Ну что, ребята, у нас первый обед с видом на море и на бассейн. Обалденно. Приятного нам аппетита. Красота, конечно. Вот такой ресторан Азор. Сейчас люди пройдут. Ну ладно. Ребята, секундочку. Вы посмотрите, какая красота. На сегодняшний день это хватит. Ой, чуть не упал, ступеньки такие длинные. Вы посмотрите, как здорово все выглядит. Я сейчас вам сниму эту лестницу. Пойдем сами изучать всю территорию. А на сегодняшний, наверное, день это все хватит. Посередине. Посередине. Такой глобус. Сделан люстра. Глобус, я так понимаю. Такая красота обалденная. Это центральный вход у нас. Здесь ресепшн. Инсталляции такие. Винтовая лестница. Вот так вот она идет.
Ух, голова закружится. Здесь медицинский центр. Красота. Вот вход. Точнее сказать, вот вход в наш блок после лифта. Но это я все прям целенаправленно пройду, вам покажу. А пока так, отрывками. Что увидел, то и показал. Идем в нашу комнату. Наш блок С. Комната наша 2126. И, соответственно, она находится прямо посередине. Ну ничего, у нас вид прекрасно открывается. Здесь есть своя лаунж-зона, библиотека и все такое прочее. Вечером вышел, книжки почитал. Или если не спится, все что угодно. Вот наша комната. Ребят, пока мы тут не заставили все своим, хочу вам показать, скажем так, ванную комнату более подробно. Посмотрите, здесь лосьон, гель для душа, скажем так, лосьон для тела, все, пилочки для ногтей, вот все в полном объеме, все это есть. Блин, я в шоке. Где? Не заморачивайся, что-то у нас там двигается. Для тех, кто следит за своим весом, весы даже есть. Зеркало. Хочешь побриться? Пожалуйста, его. Хочешь так выдвини, хочешь так выдвини. И из ванной комнаты, из душевой, скажем так, все видно. Все отделение. Для молодой пары, скажем так, это вообще обалденно. Ну, тут уже наши вещи. Вот такие две кровати у нас. И вот такие мы в халатиках. Готовые уже идти на спа-процедуры. Вот отражение. Да, вы меня сейчас видели в ванной комнате. О! Красота! Ну что, ребята? Вот она, Мрия во всей красе. Дойти еще сначала до бассейна. Идем, короче, посмотреть бассейн. Ветрище сегодня ужасное. Вот он, бассейн. Там теплая вода. Там теплая вода. Но что-то мы купальщиков-то явно не видим. Четыре. Начинаем шаг легкий, непринужденный шаг. Поднимаем ножку не сильно высоко. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Обязательно держаться у бортика. Класс! Главное правило, да. Два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Еще раз, тренируйте. Раз, 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 раз. Молодцы, молодцы, дальше, молодцы, молодцы. И поехали, где-то вместе. Высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Смотрите, вот Надюшка плавает, получает удовольствие. А вот так вот в окно видно Черное море. Оно там штормит. Волны офигенные. На улице прохладно. А вот я, красавец. Вы меня видите? Отражение. Вон она поплыла. Кайф. Просто кайф. А поезд чух-чух-чух. Огни мерцали. Огни мерцали, когда поезд уходил.